Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Huawei Watch, вернее Huawei Fit Watch, Huawei Watch Fit. Сейчас я покажу вам, как на этих часиках провести первоначальную настройку. Итак, вначале из самого дяди Play Market нужно скачать приложение под названием Huawei Health. Потом оно у вас в телефоне, если у вас русский язык, оно будет называться лаконичнее — «Здоровье». Открываете приложение «Здоровье» и выбираете пункт «Устройство». Затем нажимаете «Добавить». Тут нажимаете «Умные часы». «Умные часы», секундочку, нажимаете и ждете. Так, что-то у меня вот появилась серия Huawei Watch Fit. Обновилась. Теперь смотрите, пока у нас открыт этот экран, здесь мы на самих часах выбираем язык системы, который собираемся использовать в дальнейшем. В моем случае, как вы, наверное, уже догадались, ваша дедукция, скорее всего, сработала, выбираем русский. Вот, мы находимся на окне сопряжения, выбираем серия Huawei Watch Fit на телефоне и нажимаем «Сопрячь». Здесь, в поиске устройств, в поиске доступных устройств, выбираем Huawei Watch Fit. У меня это 229, я не знаю, кстати, будет ли у вас так называться. Очень интересное название, признаюсь. Mi 10T Pro с единицей D. На часах нажимаем галочку и сопряжено. Теперь вы выбираете включить ли автозагрузку пакетов обновления и автообновления. И нажимаете «Выполнено». Ну вот и все, друзья. Можете успешно пользоваться вашим телефоном. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До скорых встреч!